Торпедовцы, привет! Мы в Турции играем первый контрольный матч на сборах против словенского Целя, команды, которая совсем недавно была чемпионом своей страны, а сейчас идет на 7-м месте из 10. Покажем сам матч, ну и все, что происходит вокруг в этот день. Это GoPro, да? Миш, давай, чай. Индийский чай. Да надо было раньше. Раньше? Да я раньше забыл включить. Когда мы пели. Давай еще раз споем. Нет, сейчас я уже не могу, я настроен на тренировку. Врываемся на утреннюю тренировку. 41, 47 говорит. Глубже. Олеган, ну глубже же надо приседать, не? Александр Генрихович, сегодня первый матч на сборах. Соскучились? Долго не было уже. Где? Вам ответят сейчас. Вон. Так вы-то соскучились, не? Самое главное, чтобы они соскучились. Первый тайм играет Амур. Потом 15-5 начинает. И на последнем полчаса. Да. То есть по 30 минут, как я Миша написал, по 30 минут группа атаки. Мы с Лебеденко, мы поговорили еще, дадим ему как бы паузу, хорошо работает, он проверенный игрок, и мы его будем использовать, когда у нас игры начнутся через 2 дня уже полным объемом. То есть 70 минут и 90. Ну что, Виталь? Можно не отвлекать от работы. Спасибо. Вот это концентрация, я понимаю. Привет. Здрасте. Ну, не стать работать, друзья. Не буду, не работа буду. Кипит. Я понимаю. Ну так давай. Капля, начинай. Давай, отлично. Не отходит, здорово. Раз, отскочил, получил. Да. Капля, к нему. Обещает забить. Сказал ближний забил. Досадно. Андрей Константинович, да. Какие цели на цели? Цели нацеленные уже. Нацеленные? Конечно. Без цели тяжело, ты понимаешь. А чай как? Хорош? Нет. Сахара мало. Маловато? Вы с сахаром пьете? Ну, конечно, стараюсь. Если насыпает, а если не насыпает, тогда без сахара. Все, футбольные вопросы закончились. Давай, тогда по жизни потом поговорим. Хорошо. Я не знаю, хорошо это или нет сейчас для заснеженной Москвы транслировать шум моря, но тем не менее, это кайф. Пацаны готовятся, разбирают форму на матч, и только Тимур пьет чай. А? На уверенности. На уверенности? Да. Ты уже собрал форму, Тимур? Да. Тимур. Да. Ты где живешь? Пошли. Пойдем. Только там на злой дяде лежит. Кто это? Его зовут Михаил. Михаил, к вам можно? Вот такая вот нас музыка веселая играет. А вот это вид из номера Маркина и Абдрашитова. Я Тимуру не завидую, на самом деле, если ему приходится такое слушать постоянно. Не по мне, музыка. Вообще не по мне.
Ведь я иду к тебе, не гаснет огонек. Время 15.30, начало игры в 17.30. Мы уже сейчас выезжаем, потому что ехать примерно полчаса. А матч пройдет на полях Папилона, где в том году была команда «Спор», и в этом году тоже будет, но следующий. На пляж собрал. Где он на пляж? Куда, куда? На пляж. Он взял полотенчика. Соперники. Ты видел? Теперь да. Торпеда. Торпеда. Мы уже на поле спортцентра «Папилон», где примерно через полчаса начнется матч «Торпеда» против «Славянского Цели». This is name. Метод. Метод Юрор. Юрхар. Жан залетел. Right? Okay, that's good. Залетел. Залетел? Залетел. It's better. Жан залетел все-таки. Так. Все-таки да. Наши сегодняшние соперники. На серьезном. Ребят, посерьезнее, потому что хорошая команда. У них последний сбор, они настроены очень серьезно. Кравиль, еще готов ворваться? А? Готов ворваться, наш. Первая игра товарищеская. Пора начинать. Не товарищеская, а контрольная. Это как? Начинаем. Амур готовится выйти. По-моему, на 30-й минуте он должен появиться. Как самочувствие, Вань? Да. Самочувствие нормально. А нога? Нога что-то не очень. А что случилось? Да и ничего. До этого был удар у меня. И осталась опухоль. И сейчас она вот не дает. Вроде сначала нормально было, а потом опять болело. Ты имеешь в виду, удар был не в этой игре, не, а до? Не, до этого. Ура! Кумаму кутинира напад! Я не задний везный по типу, и он по мате 3-2! Окей? Сейчас штрафная подается у Тонов. Это было близко. Виталик готовится во втором тайме выйти. Замерз? Ну так, чуть. Чуть-чуть. Ну, под вечер прохладно. Согласен. Как тебе словенцы? Давай честно. Блин, не впечатлили. Может, они, я не знаю, под нагрузками они или нет, но ничего такого сверхъестественного нет. Да вряд ли под нагрузками, у них через две недели чемпионат же. Какие-то они просто очень легкие. Хорошо отработали, 45 минут. Молодцы, давайте идите, мойтесь. Хороший команда. После первого тайма нули, особо много по игре не скажешь. Отмечу, что у нас вместо Енина вышел Померку, у Вани что-то с ногой, не смог он продолжать. А вместо Лаптева, который сыграл свои первые полчаса за наш клуб, вышел Аму. Здорово, Олег Кожемякин делает передачу на Амура Калмыкова, и гол! Keep us hitting our players, please. Just so you know. Five against one. Hey, hey.
Воровались. А что там было с Даней? Что там не поделили они? Да ничего. Игровой момент. Да? Тимур, ты как? Доволен? Да, да. Доволен? Все хорошо, да. До первого матча это неплохо было, я считаю. Олег. Да. Ну что, как тебе первый матч после такого большого перерыва? Да отлично. Блин, соскучились уже по полю, по мячу, на самом деле. Я считаю, в принципе, играли неплохо для первой игры. Обычно в первой игре бум-бам, там, ну, вроде были и выходы хорошие, и гол забили хороший. А что там случилось в моменте с Даней Полубояриным? Я так понимаю, что ему дали по ногам, и, как обычно бывает здесь, началось непонимание, и ковка пошла. В принципе, я думаю... Что пошла, ковка? Ковка пошла. Я, в принципе, думаю, все пацаны, когда едут в Турцию, готовы к этому, потому что эмоции, и тут уже столкновение. Вот, кстати, я, да, и в прошлом году тоже был, и прям были жесткие матчи. Мне кажется, в чемпионате такого не бывает. Я езжу, когда едешь на сборы, всегда к этому всегда готов, потому что без этого никуда. Они тренируются по два раза в день, мы нужно куда-то эмоции выплескивать, на поле рубимся, поэтому вот и происходят такие столкновения. Ну вот и все. Закончился день первого матча на турецком сборе. Мы сыграли со Славянским Цели 1-1. У нас гол забил Амур, гол, который я, к сожалению, не успел снять. Ну и вообще хотелось показать вам побольше внутрянки. Не знаю, получилось или нет. Как бы то ни было, впереди еще много дней, впереди еще много интересного. И, конечно, вперед, Торпедо!